Привет, друзья! Снова с вами Домик в деревне. И я продолжаю строить стройку свою. Вот сегодня очередной день, когда я занимаюсь утеплением дома. Если кто-то не видел, то можете потихонечку смотреть в предыдущих видео. Там потихонечку это рассказывается. И фишка в том, что не существует технологии отработанной. Точнее, может, она и существует, но я ее не знаю. По утеплению дома, вот такого старого, древнего, как мой. И приходится все изобретать и думать по месту. Как сгородить, что сгородить, куда сгородить. Поэтому так все продвигается медленно, так все как-то вот так. Но ничего, я думаю, что в результате все получится, все будет красиво, все будет хорошо. Ну и вы посмотрите, удалось мне, не удалось, какие у меня успехи. Как-то пошло все не по плану. Вот вы так умеете. В общем, вот так вот надо было. В общем, не суть. В любом случае, вот этот пенополистирол, перед тем, как крепить к стене, его нужно сделать шершавым. И я буду делать его при помощи пилы, полотна. Ну, в общем, я не первопроходец. Способ в интернете есть, и способ уже описан. Так что погнали. Вмятины от коленок остаются. И тем не менее, это конструкционный материал. Надо бы примерить это все как-то. Ну, в общем, как-то так. Но нужно утепление вот где-то вот до сюда вот, да. Думаю, вот здесь вот метки. Не знаю, видно вам, не видно. Да, должно быть видно вот здесь вот метки. Вот, и до этих меточек надо довести. О. Соответственно, подрезать пенополистирол. Вот, и потом все штукатурить вместе. Думаю, что вот эту часть я закрывать не стану ничем. Так, вот дойдет здесь, будет первая ступенька. Ну, к сожалению, наверное, первая ступенька, потом будет вот здесь вторая ступенька, потому что поднимать сюда еще второй вот слой пенопласта, вот чтобы одна ступенька, к примеру, была. Ну, такое себе, если честно. Утеплителя здесь достаточно. 100 миллиметров, я считаю. Плюс там сколько-то бетона, плюс какая-то штукатурка внутри и так далее. А вот расход материала будет значительно больше. Поэтому, наверное, вот этим вот и ограничимся. Тут даже можно и вот эту часть подрезать, вот эту нижнюю. Но я думаю, что тут получится обрезки, они ни туда, ни сюда. Но, в принципе, мне никто не мешает это подрезать и потом. Так что
будем лепить, как лепить. Самое обидное, что получается не пополам. Здесь вот, вот так, а здесь вот так. И будет очень большой отход, и вот эти вот кусочки не совсем понятно, куда девать. Очень хорошо шпателем резать. Шпатель об стены уже заточенный. Довольно узкий. Единственное, что он как-то не очень точно пошел. Поэтому прорежем с двух сторон. Сверхточность тут не нужна, вот эта часть будет все равно штукатуриться потом.
А как было бы заманчиво, если бы она была одинаковая, да? Ну, хотя вот эту часть можно допенить просто. И будет следующее. Но это надо попробовать. Дешевый пистолет за 10 рублей. Сразу видно, что он просто льет туда пену. Ну, в связи с тем, что... Фу, блин. Там все не плотно, то попробуем поэкономить на пене. Здесь использую обычную пену, потому что здесь, в принципе, приклеивать его не требуется. Здесь лишь бы было плотно и все. Она никуда не денется отсюда. А дальше буду пробовать штукатуркой. То есть получится здесь одна ступенька, и здесь вторая ступенька. Ну, чуть сделаю скос за счет штукатурки. И прикину, что будет, если вот это вот запихнуть. Получается такое себе. Паз не совпадает. В принципе, смертельного ничего не происходит. А то тут можно запенить, подрезать потом. Да, нету перекрытия, да, нету ничего. Блин, но зато сильно экономится материал. Наверное, так оно и будет сделано. Только тоже пеной закрыть. Тоже такое себе. В общем, покрутив, порядив, пришел к выводу, что надо ставить грибочки, бить и крепить это сразу к стене. А в связи с тем, что такого длинного сверла нету, а тут 150, ну, у меня нету, и плюс 50, но 150 надо 200 грибок. Сверло такое у меня отсутствует, так что куплю сверло, продолжу в следующий раз. А сейчас буду думать, попробую крепить вот здесь вот грибочки, стенку вот эту вот зафиксировать, чтобы она тоже меньше шаталась. Посмотрю тоже, как это работает. Надо надставить что-то.
почему-то в разных местах оно по-разному рыхлое. Грибки так хорошо прижимают стенку. Кроме стройки, на этих выходных у меня в планах есть еще одна интересная работа. Жарится. Шкварчит. Так вот день.